Как правило, семейные вылазки в парк — это здорово, но только не у нас. Лео, ты что, куришь? Да это просто сиги, не травка же. А я хочу в туалет. Мы 2 часа тут стояли. Залезай, радуйся и терпи. Пойдем-ка, детка, а папа пусть один катается. Бывает, хочется махнуться семьей, но с такими желаниями надо быть поосторожнее. Давайте без паники. У нас тут небольшая рокировочка. Саша, это я, твоя мама. Какого хрена я делаю в твоем теле? Если мы поедем в больницу, на нас будут ставить жуткие опыты. А вы что, уже домой? Ален приболел. Да, а что такое? У меня пипи весь распух. Ну да ладно, рано или поздно это пройдет. Но нет, ситуация осложнилась. Теперь я еще и в папином теле. Ты кто? Это папа Саша. Зараза. Валентина, спокойно. А, ну да. Чего мне старый страшный нервничать? А все ваши вай-фаи, прививки и сотовые вышки. С нами очевидно что-то не то. Как бы тебе объяснить? Мы другого нашли. Кого? Да меня. То есть тебя. Меня? Нет, тебя. Короче, я все тебе объясню. Потом. Она курила. Шприцев полная сумка. А, это понятно, просто у нее мать медсестра. Мать — это вы? Да, Шерлок. Идемте скорее, достала меня эта туша. Махнемся телами. У нас 2 года не было секса, я тебе что, монашка? Скоро в кино.